Где это можно применить? Зачем нужен? Айгейн?
чистый, красивый. То есть многие известные гитаристы делают так. Они берут отдельный хоккейный усилитель, отдельный усилитель для чистого звука. Потому что на модерновых топ-хоккейновых усилителях сложно добиться хорошего чистого звука. Ну вот, с экранатором этих проблем нет. Сейчас давайте проверим вместе. Хорошая тема для того, чтобы закадрить девушку. Как закадрить девушку, музыканту? Правильно, сыграть ее любимую попсовую композицию. Давайте пример приведу. Thank you.